Всем привет, это прохождение Assassin's Creed Odyssey. Ну что же, вот мы находимся на континенте, собственно, греческом, ну и, соответственно, в регионе Аргарида. Ох ты ж, и тут еще ходит такой наемничек. Менексен, просвещенный рыбак. Вот так, не всегда встретишь буквально на каждом шагу такого вот просвещенного рыбака. Наверное, знает, где клюет. Но между тем, что нам нужно сделать. Открываем задание и сразу смотрим. Итак, сразу освежу вам в памяти. Гиппократ согласился помочь Кассандре в поисках матери и направил ее в святилище Асклепия. Местные жрецы могли что-то знать о спартанке, посетившей их много лет назад. Напомню, что это мать Кассандры, предположительно. И как тут говорится, где-то в Аргалиде, в долине снов, такой мини-райончик, собственно, муниципальный, и находится где-то к западу от военного лагеря по наводке Гугла три жреца Асклепия. Да, и нам нужно, соответственно, их как-то пораспрашивать. Но для начала, мне кажется, вот этому чувачку не мешало бы немного всыпать. Итак, как бы это сделать так эпично, чтобы было? И, ну давай, на корточки сядем, на корточки. Так. Ну давай. Ну ты что не хочешь? Ну ты издеваешься. Ладно, нужно чуточку поближе подойти. Ну или хотя бы ты давай чуточку поближе подойди. Давай! Вот твоя и все. Твоя смерть озолотит меня! Да, только он говнюк, что-то он какой-то сильный. Ладно, не получилось. Так, нужно его лишить его щита. Отдай ты мне это. Вот так вот. Текстурка взяла и улетела. Зато как эпично улетела. Ну что ж. Наш вон этот справляется. Ничего, что так. Последний удар красиво идет. Вообще мощно. Отжалень. Офигел от моей крутизны. Ух, а там еще один бежит. И как он быстро сюда бежит. Давайте спрячемся. Новое задание не приходит одна. Что это такое? Мы пока давайте спрячемся тут. Восстановим нашу супер-абилочку. Она еще половина. И по заданию. Так, мир и персонаж, скорее всего, тут. Аргалида не приходит одна. Кассандра, сама того не зная, выполнила контракт. Возможно, она просто оказалась в нужном месте в нужное время. А может, кто-то из тех, кто попал ей под горячую руку, уже кому-то насолил. Но теперь ей оставалось лишь забрать вознаграждение. Нужно теперь поговорить с какой-то женщиной. Главное, это не профукать. Итак, ладно, возвращаемся в нашу Одиссею. Так, по снаряжению. Что-то там с нее выпало интересно. По-моему, это лук. Нет, это не лук. Скорее всего, какие-то наручи. А, да-да, вот. Охотничьи перчатки. Ну, что я могу сказать? Если наши немного прокачать, наши будут в разы круче. Поэтому давайте оставим, какие есть. Ладно, с этим разобрались. Давайте пока вкурим, что там за чувачок такой бежит. Или это чувиха, да? И она... И она с какой-то пумой. Екатерине в сполох. Господи, почему так неэпичное название у нее? Так, кошка меня заметила, а эта дамочка пока нет. Ничего-ничего, сейчас у меня включится моя суперспособность, и мы быстренько... Давай-давай, врубайся, врубайся, ну... А, здрасте, приехали. Так у меня ж этого нету, адреналина. Так, нужно где-то адреналина зачухаться немного. Или может как-то хедшот кому-то прописать быстренько. Тут олень, олень где-то бегал. Так, олень, ты где? На олене что-то не видно. Попробуем пуми тогда прописать. Упс, сорян, она меня не видит. Она меня не видит, я спрятался. Так, она сейчас пойдет за мной. Да-да-да-да, вон.
Нам нужно аккуратненько спрятаться. Без своего напарника я не собираюсь к ней даже на метр подходить. Собака, она меня нашла. Так, только не надо в меня стрелять и кидаться чем-то. Прячемся в кусты, бегом в кусты. Давай, давай, я сейчас призову своего чемпиона. Ну же, за тебя мне дадут. Все, погнали. Ух ты, она огненная дама. Ничего, мы тоже можем. Так, я тоже так умею. Сейчас буду крутить тебя. Так, Сина у нас померла. Опа, у нас сейчас со здоровьем немного плохо стало. Сейчас какую сдаваться там, подожди еще. Не отрубай ничего, сейчас я тебя быстренько настреляю. Давай, давай, эпичное добивание, прямо в хэд. Ну чё, теперь смерть. Вот так вот. Никогда не нравилось убивать коллег. Так, давайте прочтем, что это за дама такая. Екатерине из города Пагая жила ради охоты и даже поклялась Артемиде, что никогда не познает мужа, если сможет бегать хотя бы в половину так же быстро, как знаменитая Аталанта. Ее молитвы были услышаны, теперь она двигается так быстро, что жертва не успевает отреагировать на смертельный удар. Ну, видать, не так быстро она и двигалась-то. Сразу видно, где-то мухлевала. Ну ладно. Так, сандалии Аталанты. Ух ты. Плюс 30 ко всем видам устойчивости. Это ж что такие за жгучая смесь прям. Давайте оденем к черту. Они выглядят, да, они выглядят точно классно. Хотя вот эти дебильные непонятно что. Тоже сзади тоже не... Ладно, это непонятно что, это эпично выглядит. Они желтые, по крайней мере. Такие золотые. Так, черт возьми, у нас, по крайней мере, квест, а мы слоняемся. Итак, вот она, долина снов. Тут аж три квеста, которые после будем выполнять, когда изучим регион. Сперва нужно вот эту точку, и где-то здесь нужно откопать трех жрецов. Погнали. Я вижу, кто-то здесь сражается. Чё, кого? Кого поддержать, кого нет? Лучше вообще не вмешиваться, мне все равно не заплатили. Итак, какой вид классный, черт возьми. Да, эта игрушка будет еще соревноваться со многими частями Assassin's Creed. Особенно по саундтрекам. Так, ну мы нашли по крайней мере одного. И же стопудово несколько.
Святилище Асклепия. Найдена новая область. Эпидавра еще какого-то. Святилище Асклепия. Бога медицины. Лучше доверить лечение целителю, а не Богу. Это уж точно. Так, ну ты чё творишь, дамочка? Тяги, Феста! Малака, туши! Ушу! Двигайся быстрее, об стеночку трись! Там где-то у храма, у подножья его, я вижу, да. Три квеста, черт возьми. Три жреца, что-то мне это не нравится. Ладно, погнали. Ох, как четко мы вписались, этот кипарис. Да, такое может быть только в Assassin's Creed Odyssey. Твари! Скользкие твари! Я не могу вот так работать! Ну, правильно, не работай. Хочешь принять очищающую ванну? Приходи в следующий раз. Мне нужны сведения. Тогда отправляйся прямо к Аиду. Я хочу знать больше о спартанке, которая когда-то пришла сюда. Твой орел нагадил тебе в уши. Мне не положено разговаривать с наемниками. Особенно о женщинах из Спарты и больных младенцах. Мой орел вырвет тебе язык, жрец. Пощади! Только не язык! Не как Мидону! Хрисис запретил мне говорить с хозяйкой орла. Правда? Расскажи мне о женщине и ребенке, и я не утоплю тебя! Как тебе такое? Прошу, нет! Хватит с нас одной смерти! О чем ты говоришь? Змеи! Змеи. Они повсюду! Видно, сбежали из Толоса. Мы держали их там, но они заползли в бани. Они кого-то убили? Один пациент был в банях, когда они заползли. Он ужасно их боялся. Умер на месте. Твари сидят на его теле. А если я избавлюсь от змей? Ты поговоришь со мной? О, разумеется. Без очищающей ванны больные не смогут исцелиться. Я очищу баню от змей. А ты расскажешь все, что знаешь. Жесть, ну вроде ребята они смышленные, а что так и не поняли, что змеи боятся, вернее, они теплокровные твари. И по понятным причинам залезли в бане. Так, а что у них там праздник какой-то? Они радуются или нет? Офигеть, они радуются, что не могут исцелиться. Да, такое может быть только в Assassin's Creed Odyssey. Ага, вот оно то самое место. Так, ну сейчас мы краники тогда им подкрутим. Далековато, конечно, они трубу эту установили. Чего так далеко, непонятно. Итак. Нужно как-то жахнуть. И что-то стало? Ага, посидела. Наверное, она посидела, дырку с собой заткнула. Ну да. Водичка перестала поступать. Сейчас посмотрим, что там получилось у них. Нет. Змеи, может, уползли уже или как там? Ну? Змей больше нет в банях? Я залила бани холодной водой. Отлично. Ну? Что, ну?
Я избавилась от змей. Так что выкладывай все, что знаешь о спартанке и ребенке. Собственно, я ничего не знаю. Я пришел позже. Тебе нужен Мидон, но он ничего не расскажет. Ничего, никому и никогда. Змеи, чтоб их... Нет, вот козел. Я ими узнала. Мидон. Сейчас я ему этих змей... Подожди-ка. Никакой подсказочки нету. Вот козлы, ё-моё, хотя бы что-нибудь оставили интересненькое. Ничего-ничего, сейчас мы разберемся, чё кого тут. Так, там у нас не рынок. Вот здесь у нас рынок. Приветствую тебя. Пришла, чтобы принести жертву Асклепию? Нет. Я ищу спартанку, мать которой здесь помогли. К этому священному месту Гера ведет многих матерей. Всех я уж точно не смог бы запомнить. Что это за плиты? Это записи. Обо всех, кто сюда приходит. О хворях и лечении, чтобы помнить о чудесах, совершенных Асклепием. Вспоминать обо всех ни к чему. Мне нужно найти один камень. А, да, понимаю. Мудрый выбор вполне. Жаль, что у меня нет времени. Слушай, я не причиню вреда. Я просто хочу найти мать. Это Хрисис. Она контролирует всех жрецов в этом святилище. Тому, кто выдаст тайну хозяйке орла, не сдобровать. Не говори вслух. Просто укажи нужный камень. Я понял. Идем. Скорей. Они то заметят. Так веди. Чё себе конспиративочка сюда. Такая? Вот так. Если кто-то увидит, меня убьют. Что может угрожать жрецу в святилище? Многое. Время такое. О, помню этот случай. Это было во время великого мятежа. Ты тогда была ребенком. Давай без подробностей. Ближе к делу. У той женщины в горле завелись черви. Асклепий отрезал ей голову, чтобы достать их, а затем пришил обратно. Мне явно нужна не она. Что бы сказал Гиппократ о таком лечении? Гиппократ – умелый целитель. Из него мог выйти толк. Мог? Он и сейчас лечит больных. Он всегда полагается на себя, но не на милость богов. В вопросах жизни и смерти так и надо. И все истории такие странные. В наше время Фукидид, Эврипид и этот болтун Аристофан описывают все как есть. Но интереснее узнать о героях. Чуде, тайне, пока. Я сейчас просто как этот резким таким шагом максимально быстро передвигаюсь, чтобы тут... Ой, ё-моё, он идет сюда. Еще и со львом, господи. Аслан, это ты, что ли? Залезай обратно в шкаф. Только подальше отсюда. Ай.
сюда, быстро! Здесь говорится о раненом мужчине. Собаки вылизали его и исцелили. Благородные звери. Это бессмысленно. Эти истории дают людям надежду. Но только не мне. Расскажи о Хрисис. Она влиятельна и опасна. Но так было не всегда. Она появилась здесь ребенком. Жрецы ее забрали для служения богам. Она была умна и решительна. Скоро уже жрецы сами стали к ней прислушиваться. Ее любили, но ее сердце навсегда ожесточилось. И когда это безумие овладело ей, все, кто посмел ей перечить... Что же? Я сказал достаточно. А как насчет этого? Дай угадаю. Здесь описана слепая женщина, чьи глаза вылезали змеи. Тут написано... Из Спарты пришла с ребенком, взывала к богам. Почему большей части нет? О, я сейчас, я расскажу. Я это помню хорошо. Спартанка грязная и в крови прибыла к нам с дороги. Мы позаботились о ней, и она ушла. Куда, я не знаю. А дитя... Нельзя было спасти. А кто может знать? Нас видели. Ступай к оливковому дереву, Геракла, у входа в святилище и жди. У меня для тебя кое-что есть. Что это тут у нас? Жрец и наемник на дружеской прогулке? Да хранят тебя боги, Плейстос. Я как раз направлялся в архивы, когда повстречал эту мистию. Неужто? И что вы так горячо обсуждали, можно узнать? Жрец учил меня врачевать раны от мечей. Да, раны. Серьезно? И как Тимоксен предлагает лечить такие ранения? Сами. В каком смысле? Они вылизывают раны. Отлично. Не выдавай все свои тайны, Тимоксен. Кто будет приносить дары, если больные смогут лечиться сами? Нет, нет, ни за что. Если позволите, мне нужно удалиться. Ты все узнала, Мисте. Пожалуйста, уходи. Да, вот что делают животворящие истории. Да, даже Штирлиц так и не думал, что его раскроют. Так, вот тут козел меня сейчас он резко напрягает. Ага, найти старого жреца в Аркалиде, он в северной части Долины Снов, на перекрестке у Оливы Геракла. Нифига себе, Оливы Геракла. Сердце в обмен на голову. Давайте также вот это еще выполним, как раз таки... Ага. Это все из одной, скажем так, серии. Это же где-то рядом, да? Да, чуточку там, подальше. Сейчас аккуратненько прошмыгнемся так. Нужно быть осторожной. Давай быстрее, быстрее, ты прям перед ним, ё-моё. Же недуг, пусть Асклепий избавит ее от мук. Она умрет? Если боги не услышат наши мольбы. В Аргалиду прибыло много больных афинян, но поправились единицы. У девочки тот же недуг. Я могу что-то сделать для тебя? Мне говорили о хозяйке Орла. Она жаждет лишь крови и денег. Не трать время, жрец. Обсудим мои желания, когда девочке станет лучше. Больных все больше.
А лекарства у нас нет. Жертвоприношения не привлекли внимания богов. Ни свиньи, ни козы не помогли. Нам нужен зверь, чья кровь разожжет пламя, достойное Асклепия. Что ты предлагаешь? Говорят, в окрестностях святилища бродит бык с белоснежной шкурой. Ступай на запад, к берегу. Приведи его живым. Боги не смогут не заметить такую жертву. Я трону твоим участием. Но я знаю, зачем ты здесь. Все жрецы поклялись Крисис, что ничего не скажут хозяйке орла. Или заплатят за это жизнью. Но я служу богам и больным. И верен лишь им. Я приведу тебе быка. Так, вот так просто. Господи, я уже вижу, здесь какая-то поножовщина. Бедный какой-то хмырь, что там? А, это он какой-то желтенький. Ну ладно, пусть они там сношаются. Ну ладно, куда ж мне нужно бежать, получается? Сразу давайте... Усенчина в камне, найдите и верните священного быка. Ну и где ж ты, бычара, ходишь? Не приходит одна. Так, ну это поговорит с женщиной. Нас пока это не касается. Север, гора Каринф. Вообще, вот она гора. Север, это вот тут. Ну, это, по крайней мере, логично, да. Так, давайте сюда сходим. А там уже будет видно. И перед этим, пока мы еще тут... А, у меня здесь все, оно нормально. Я что-то подумал, что у меня там эта точка не осмотрена. Все, пусть они там играются. А мы погнали. Так, аккуратненько, вот она, наша крепость. И я нахожусь близко к цели. Как мне же этого быка привести? Ну, нафиг ты меня достал. Ага, я уже вижу каких-то мародеров или кто-то там. Какие-то чупики местные. О! Я опоздала? Уже готовенький бычочек такой весь. Так, это непонятно кто. Ну, в целом. Перспективы нормальные. Давайте тогда десантироваться. Ух ты, эпичное, конечно, приземление. Своей воли. Я заберу сердце. Хватит ее. Так. Собака пока что никого не приманила. И это на удивление удачно. Так, я уже вижу какого-то там... Опа. Нихрена себе. Что это за понтар такой там? Больше не вынесет. Слушай ты. Пантелеймон Пантарович, или кто тебя там? Умрёт.
Ну все, тебе хана, молись, как говорится. Обожаю эти клинки. Безотказная вещь. Фу, противно. Ну да, противно. Судя по всему, какая-то туша большая. Итак, слушайте, пока территория у нас здесь нормальная. Освободить узников и найти древнюю табличку, и тогда эта территория будет вся чики-пуки. Надеюсь, этого хватит. Если им нужен целый бык, пускай приходят сами. Ну да, действительно. Чем мы там еще будем париться? Тащить целого быка сюда. Жоп психи, что ли? Так, давайте. Вот, древняя табличка. Как по заказу. Теперь нужно найти всех остальных узников. Ну, по крайней мере, одного я вижу. Еще одного есть, и у меня награда за мою голову слишком взросла. Печаль, тоска, конечно. Так, а что у них здесь вкусненько есть, нет? Не, мало как-то. На 6 дахармах капитал не сделаешь. О, здорово! Засранец, все-таки меня чуточек-то так отравил. Что у них тут? Наколзик посажали. Вот уроды. Все, всех освободили, все, здесь все, что могли, нашли. Мы теперь самые счастливые. Можно теперь возвращаться к нашему. Ух ты, Иленья лучница. И у нее какой-то интересный там лук. Ну ладно, нас пока это не касается. Нужно выбраться с этой территории и уже валить. Все, выбрались. Удалось найти быка. Я не смогла привести зверя живым, но принесла его сердце. Так, Асклепия не умилостивить. Зверь не хотел умирать, и сердца хватит для спасения лишь одной жизни. Прошу, мистя. Белый бык принадлежал мне. Я кормлю половину Арголиды. Люди будут голодать. Умоляю! Болезнь убила моего мужа. У меня двое детей. Что с ними будет, если я умру? Я богата и могу заплатить тебе. Ничего, помоги лучше им. Ты убила быка. Выбирай, кому помогут боги. Я знаю, каково быть брошенным ребенком. Молись за девочку. Ты пожалеешь. Сложный выбор, мистия, но он сделан.
Остальное в руках богов. Я сдержала слово. Спартанка, что ты ищешь? Вы знакомы? О ее появлении в святилище ходят легенды. Но я этого не застал. Тебе нужен не я, а Мидон, старший жрец. Он часто вспоминал ее до того, как отрезал себе язык. Отрезал язык? Если он не с больными, значит, в гостевом доме. Проводит время в обществе своих слуг. Спасибо. Я не забуду твою помощь. Эти люди тоже тебя не забудут. А ну и правильно, что там эти, конечно, это вот это богатые, вот это крестьяне, но они такие вот нечестивые чуточку, а вот ребенок, ну это ж просто, не знаю, святая душа, ну вы что, конечно, как я же мог так пустить ребенка? Итак, новая гравировка на Тимурон за поздравление увеличит. Давайте апнем наш уровень и сразу пойдем. Так, что у меня? Одну очку есть. Ага, одну очку. Мастерство скрытности. Угу. Так, чисто уменьшаем уровень шума. А здесь боевую клич Ариса. Яростные удары. Ну, здесь понятное дело. Самые эпичные, конечно, эти мастер защиты. Угу. Так, так и все хочется с одной стороны. А вот это какой-то вообще читерский способ скрыться от всего, все, что можно. Не, так дело не пойдет. Это немного неинтересно, как мне кажется. Вот удар героя, да, не мешало бы подкачать. Да и вот это тоже давайте удар героя подкачаем. Так, ну все, с этим разобрались. Снаряжение. У нас, я помню, там что-то там интересное упало. Выпало, так, так. Вот булава какая-то. Булава жреца из Аргаса. Не, херня, по-моему, какая-то. Ритуальное копье. Нет, нет, это все фигня. Ладно, по заданиям тогда. Ничего никому не скажу. Вот да, вот правильно. Итак, место встречи. Расспросите старшего жреца Мидона в гостевом доме. Так, а как же встреча с информатором? Мне нужно встретиться с информатором. Так, миры и персонажи, скорее всего, где-то это тут. Нет, нет, нет. Нет, скорее всего, как-то этот квест мы, ну, малость просрали. Я и не знаю точно. Останется только заглянуть в это местечко и пообщаться с этим Мидоном. Не стоит здесь оставаться. Ага, так, понятно. То есть он так просто оттуда не выйдет. Ясно, понятно. Ну, погнали тогда. По стариночке. Одеяние путешественницы. Понятно, это обычные стринги. О, кстати, мы привлекли его внимание. Это хорошо. Так, мне вот не нравится тут. А, он тут в другую сторону идет. Прекрасно, прекрасно. О, нет, вот это не прекрасно. Давайте вообще наверх заглянем. Это не получится. Не сегодня. Правильно, не сегодня. Не сегодня. Ты что делаешь? Вам что, заняться нечем? Бля, ну конечно, вообще конченые. Смотри, смотри, что делает. Сейчас, смотри, смотри, еще делает, еще. Смотри. Вот, вообще, конечно, это укуренные ребята. Слушайте, это... Укуренные, короче, древние Греции. В свете. Смотри, 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 сейчас размахнется такой. На тебе что-то. На. Вот так, вот так. Наверное, у них это челлендж, кто попадет сюда, да?
Вообще ништяк, да. Интересно, а что они там пьют такое веселенькое? Прям так и веселятся, радуются жизни, ребята. Засранец, наемничек, вот чего ты сюда приперся? Вот нихер ж делать тебе сюда, а? Вообще ништяковые ребята, конечно. Вот и конь какой-то вот. Размазнявый такой. Не двигаюсь, ты вообще кто, как меня заметил? Понял? Может, где-то вообще с другой стороны тут есть проходик? Но проходика так просто здесь нет. Ну, я знаю, проще способ. Он тоже такой является немного изуверски. Нужно просто натравить своего бойца. Я вас натравил как-то, нет? Нет, нет, не работает. Может, на лошадь тогда? Чуть-чуть пришпорить. Не, ну ты, слушай, а тут беспредел такой, а ты не реагируешь. Вот ты гад. Пипец, встреча, конечно, десятилетие. Мне конец, это уж точно. Надо текать вообще отсюда от вас, ребята. Блин, как ты меня спалил, это ж вообще. Они еще бегут за мной. Вот, блин, вообще. И тут меня еще палят. И здесь меня палят. Меня везде палят. Да чё ж я такой палёный? Ух, там еще и лев ходит. Так, 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 они вообще не вкуривают, где я? Ага, они меня спалили, да, вообще. Вы кайфуют с этого, походу. Ну как мне с ними впадлу сражаться? Слушайте, слушайте, они, походу, этот... О, слушайте, они сражаются там, смотрю. Да как это эпично делают. Пошел я, пойду по квесту лучше, по добру, по здоровью. Невозможно, когда я в бою, да, вы издеваетесь. Так, я не в бою. Все, у меня бой кончился. Я вообще мирный житель. Стража! Их нет. Ты должно быть Медон. Он не мой. Я знаю. Расскажи, почему. Это дело рук Хрисис. Я думала, он сделал это сам. Так он доказал свою верность. Зачем Хрисис заставила жреца отрезать себе язык? Медон щедрый и заботливый. Пусть отвечает он, а не ты. Расскажи мне о спартанке с ребенком. Он может ответить только да или нет. Женщину из Спарты звали Мирин? Говорят, с ней был ребенок. Ее сын? Малыш был при смерти, когда она пришла. Медон молился за него. А все жрецы спят со своими служанками? Я не служанка. У нас священная связь.
Вот как. Ясно. Я поняла, зачем ты отрезал себе язык. Когда мать принесла моего брата, вы бросили его умирать. Хрисис боялась, что ты проболтаешься. Все было не так. Откуда тебе знать? Ты слишком молода. Он часто рассказывал мне, пока не лишился голоса. Он хотел спасти дитя. Сделал все, что мог. Я не верю. Мертв? Мой сын не мог умереть. Не знаю, что еще сказать. Тебе повезло, что мальчик прожил так долго. Он был очень тяжело ранен. Мой малыш! Мой малыш! Послушай, мы ничего не можем для тебя сделать. Тебе лучше уйти. Молись, Гери. Мертвы. Они мертвы. Он оплакивал участь этой спартанки, оказавшейся так далеко от дома, и ее сына, покалеченного, чуть живого. Расскажи. Я хочу знать. Даже Аполлон не спас бы дитя. Медон рассказывал, как плакала его мать. Держала сына на руках. И пела ему, прежде чем отпустить к богам. Хрисис забрала его, так? И скрыла правду, лишив тебя голоса. Где она? Рядом есть алтарь. Люди приходят туда со своими больными детьми. Она отнесла ребенка туда. Ступай к статуе Аполлона Малиадского и найдешь Хрисис. Люди ищут здесь исцеление, но я вижу только смерть, отчаяние, жрецов без языков и детей на попечении у сумасшедшей. Моя мать напрасно доверилась вам. Я разыщу Хрисис, и она заплатит за все. Тише, дитя. Да благословит Гера твою семью. Ни хрена себе, вот это Хрисис, вот эта старушонка. Сразу видно, она одна из культистов космоса. В комнате Хрисис есть надпись «Чудовище Геры», хотя некоторые считают, что надпись оставил разгневанный последователь. Ходят слухи, что Хрисис написала это сама, чтобы помнить о своей роли в служении культу. Всю жизнь она похищала детей и растила их как слугу ужасного культа. Когда-то она любила этих детей, но искра человечности в ней давно погасла. Рукавица бессмертного. О, да, эта дамочка вообще, конечно, к черту повернута. Так, давайте мы ее сразу выделим. Хрисис, где она у нас? Хрисис, наверное, вот это, нет? Вот это. Блин, я ее потерял. Ладно, я думаю то, что... Хрисис нужна мне, чтобы отыскать мать. Ё-моё! Надо найти алтарь Аполлона Малиадского. Валим отсюда, валим. Беги! Беги! Тупо, блин, просто... Падаем в кипарис и прячемся. Все, надо сейчас где-то за лавочкой здесь скрыться. Вот здесь, в кустах. Все, меня никто не найдет. Я сам в шоке. Ладно, ребята, я думаю, то, что на этом эпическом моменте стоит заканчивать. И мы уже продолжим следующую часть. А пока что всем спасибо, кто смотрел, ставил лайки, комментировал. И, конечно же, подписывался. Всем удачи и до новых встреч. Пока.